Здравствуйте! Сегодня я вам покажу и расскажу, что такое система ПИСО, как ее применяют и как на ней работает лошадь. Но система ПИСО у нас для того, чтобы лошадь погонять на корде. Это считается как фитнес-работа для лошади. То есть лошадь работается на кругу. Сейчас я вам покажу, что это такое. Значит, вот у нас система ПИСО. У нас есть как бы две тут части. Первая часть – это, скажем так, поджопник, который мы опускаем вниз. А поджопник у нас должен располагаться примерно вот в этом месте. То есть ниже он не должен у нас с вами опускаться, чтобы лошадь лучше у нас с вами подводила зад. Регулируется расстояние, высота вот в этих местах. То есть можно опустить вниз поджопничек, можно его вверх поднять. Вот. И точно так же и здесь такие же крепления. Можно сделать короче веревочки, можно сделать подлиньше. Вот мы с вами отпустили поджопник примерно вот сюда, вот в эту ямку. И теперь подстегиваем систему. Значит, она у нас подстегивается таким образом. Здесь вот у нас два карабина. Один карабин мы подстегивать сейчас будем снизу к гурте, а другой карабин мы к трензельному кольцу пристегнем. Значит, таким образом пристегиваем сюда к трензельному кольцу. Здесь также регулируется длина у нас с вами системы. Значит, теперь мы ее подстегиваем сюда. Для разминки вначале лучше голову лошади подстегнуть вниз, чтобы она у нас с вами в расслабленном состоянии побегала и размяла спинку. Подстегиваем к петельке с левой и с правой стороны. Также здесь с вами мы подстегиваем трензелю. Так. И также подстегиваем вниз. Здесь немножко мы отрегулируем, сделаем чуть-чуть подлиньше. И также подстегиваем вниз к петельке. Вот, значит, тут уже смотрим, если голова лошади немножко повернута у нас влево, можно или здесь вот немножко приспустить, чтобы они у нас были, вот эти вот веревочки, одинаковой длины. Смотрим уже и регулируем по лошади, как она у нас с вами размещена, ровно или нет. Если будет неровно, то лошадь повернет голову или влево, или вправо, и вы можете отрегулировать уже длину веревочек. Еще хочу показать, вот здесь вот мы вот этот вот шамбон, скажем, просунули сюда вот сквозь ушко вот этой гурты. Если бы мы его не просунули, то он у нас был здесь сильно висел внизу. Поэтому советую вам вот так продеть также вот эту веревочку сюда вот в одно колечко. Сейчас я вам покажу, как лошадь мы гоняем, так скажем, для разминки. Я советую вначале опускать лошади голову вниз, чтобы она у нас с вами побегала внизу. Потом мы будем с вами вот эти веревочки перестегивать уже на верхнее колечко. Еще более верхнее колечко можно уже пристегнуть, потом будет верхний сбор. То есть какие задачи мы с вами преследуем. Сейчас я вам покажу, как мы будем гонять ее на корде системы.